Всем приветосы, друзья! Пришло время показать вам новые, интересные и полезные вещи, которые я нашел специально для нашей сегодняшней подборки. Смотри внимательно и обязательно найдешь что-нибудь необычное и новое. Поехали! Двухсторонний переводчик в режиме реального времени. Устройство служит для мгновенного интеллектуального перевода, надиктованной на встроенный микрофон фразы или слова на более чем 30 языках. Перевод осуществляется как в голосовом, так и в текстовом режимах. Благодаря своему функционалу и быстродействию, прибор поможет быстро найти общий язык людям различных национальностей. Это просто находка для путешественников и деловых людей. Мини-электродрель с кулачковым патроном. С этой электродрелью вы можете сверлить, шлифовать, полировать и выполнять множество других работ. Инструмент предназначен для обработки мягких металлов, пластика, текстолита и дерева. Доработав инструмент стендом мини-станком, можно получить многофункциональную миниатюрную супермашину. Инновационная док-станция, которая превратит ваш смартфон в настоящую игровую консоль. Геймпад позволяет играть на смартфоне так же, как и на компьютере, поскольку он представляет собой мобильную платформу с собственным аккумулятором и возможностью подключения компьютерной клавиатуры и мышки, наслаждаясь любимой игрой даже на смартфоне с высоким уровнем контроля. Робот-мяч для уборки. Главная миссия этого шарика – кататься по полу и собирать мусор, например, под шкафом или кроватью. Внутри ворсистого чехла находится пластиковый шар с сенсором, благодаря которому он движется и отталкивается от стен, собирая при этом пыль и мелкий мусор. Конечно, основной уборки он не заменит, но чистоту в доме поддерживать поможет. Магнитная вешалка для бутылок. Этот держатель представляет собой приспособление с высокосильными магнитами, которое крепится к панели холодильника на самоклеющихся липучках и способно удерживать бутылки с пивом или прохладительные напитки за их металлические крышки. Теперь понятен смысл фразы «Купил пиво, повесь в холодильник». Универсальная клейкая лента. Такая цветоловушка представляет собой лист из упругого желтого пластика, с обеих сторон которого нанесен специальный клей. Благодаря желтому цвету липкий лист приманивает насекомых. Используется для мониторинга и массового отлова белокрылки, тли и других вредителей культурных и комнатных растений. Новое приспособление, которое не только сокращает время ожидания приготовления мороженого в домашних условиях, но и помогает провести его весело и с удовольствием. Специальный шар, в одно из отделений которого помещаются необходимые ингредиенты, а в другое – лед. Теперь мяч можно крутить, катать и бросать, а через несколько минут наслаждаться приготовленным во время игры холодным лакомством. Приспособление для надевания носков. Сок-слайдер состоит из двух частей, одна из которых имеет форму наклонного U-образного полуцилиндра и предназначена для надевания носков, а другая помогает их снять, практически не нагибаясь. Беременные женщины и люди с различными видами нарушений опорно-двигательного аппарата получают прекрасную возможность обходиться без посторонней помощи при выполнении такой ежедневной процедуры. Детектор качества воздуха. Прибор создан для того, чтобы обеспечить возможность постоянного контроля за качеством окружающего воздуха. Ведь кажущийся прозрачным, он на самом деле не обязательно чистый. В атмосфере может быть множество опасных веществ. За точность измерений отвечает сверхчувствительный лазерный датчик, а результаты выводятся на высококачественный OLED-дисплей. Кодовый замок. Он идеально подойдет для использования в фитнес-клубах, спортзалах, а также для запирания шкафов и ячеек в офисах. Есть варианты как с механическими, так и с сенсорными кнопками. Работает замок в нескольких режимах – стандартном и мультирежиме, при котором возможно использование одного мастер-пароля плюс переменного пароля для каждого пользователя. Магнитная доска.
представляет собой магнитную пластину размером 16,5 см в длину и 6,5 в ширину. Она имеет разлинейные области, чтобы в процессе разборки-сборки устройства вы могли разместить каждый винт в своей ячейке. Это весьма удобно, поскольку теперь вы сможете выстроить правильную последовательность работы с винтами, их место расположения и, что самое важное, ни одна из деталей теперь не потеряется. Умный кубик Рубика. Такая интерактивная игрушка, у которой имеется шестиосевой гироскоп, набор датчиков и Bluetooth-модуль, не просто научит вас сборке, диктуя правильную последовательность, но отразит все изменения в реальном времени на дисплее смартфона или планшета. Теперь это не просто головоломка, это умная головоломка, которая может подсказать, как себя решить, если вы длительное время находитесь в тупике. Консервный нож. Кухонный инструмент для быстрого и легкого открывания консерв. Достаточно лишь установить нож и несколько раз повернуть ручку. Открытие консерв таким способом проходит абсолютно без усилий и необходимости следить за режущей кромкой. С таким ножом у вас не будет никаких неудобств при открывании жестяных банок. Количество жира в организме нужно знать как профессиональным спортсменам, так и людям, беспокоящимся о своем здоровье. Калипер – это прибор, который быстро определяет толщину жировой складки и вычисляет идеальный процент жира в теле человека. Имея этот прибор, можно оперативно отслеживать правильность ваших усилий по снижению веса. Костюм для кошки или маленькой собаки в виде шапки с ушами и львиной гривы. Веселая, меховая и ужасно милая фантазийная шапочка для вашего любимца. Если ваш кот ведет себя как король, сделайте его королем джунглей. Отлично подойдет для участия в конкурсах и фотосессиях и создаст необычную атмосферу во всем доме. Пневматический домкрат. Это ярко-оранжевый мешок, который закидывается под машину и соединяется с выхлопной трубой посредством трубки. Осталось завести двигатель, и раздутый выхлопными газами мешок поднимет машину за полминуты на достаточную высоту, чтобы снять колесо. Благодаря одностороннему клапану домкрат не упустит ни грамма ядовитого выхлопа и не потеряет упругости даже при выключенном моторе. Друзья, пишите, что именно вам понравилось больше всего или что из подборки вы бы хотели себе. Напоминаю, все ссылки на рассмотренные нами товары находятся ниже в описании. Жми «Лукас», если тебе понравилась подборка. Смотри также эти интересные обзоры. Всем удачи и покеда!